Если 2021 год был посвящен поддержке детского чтения, то нынешний год – детей. В селе Красный Яр функционирует творческая студия, в которой учащиеся упорно занимаются рисованием, макетированием, резьбой по дереву и другими видами занятий для развития творческого мышления детей. В рамках года детей и юбилейной даты состоялась выставка детских работ. Наш кружок мы основали в прошлом году, в январе, получается. Вот эта наша выставка приурочена к тому, что у нас юбилейная получается. Но до этого мы проводили, правда, в прошлом году Наурас, на День защиты детей на 1 июня и 30-летие независимости Казахстана. Но это для детей особенная выставка, потому что это юбилейный. Посещаемость детей очень хорошая. У нас в среднем занимается около 35 детей. Кристина Маркров – воспитанница творческой студии «Унер». Она одна из тех, кто посещает кружок с первых дней открытия. Я рисую, мы занимаемся лепкой. Также мы рисуем гуашью, акварелью, маслом. Мне нравится рисовать маслом и нравится рисовать графики. Мне это нравится, это мое хобби. Я постоянно рисую и я это очень люблю. Дом культуры является культурным центром, который объединяет все творческие коллективы и любители самодельного творчества. На сегодня у нас функционирует 30 клубных формирований, где каждый может найти себе занятие по душе. Творческую студию посещают дети в возрасте от 6 до 15 лет. За год они уже успели показать свои навыки на различных конкурсах. В целом, задача Дома культуры села Красный Яр – создание необходимых условий для реализации творческих возможностей населения, особенно среди подрастающего поколения. Зарина Жунисбекова, Жорсын Умерзак, Дидар Умерзак, Кокши Акпарат.